Часто задаете мне вопрос, можно ли в светофоре переключать в нейтралку либо в паркинг. Это делается только при необходимости. Только тогда, когда действительно устает нога. Я сам так делаю, когда у меня просто тупо устала нога. В целом, ребят, этого делать нельзя. Лишний раз грузить АКПП тоже не советую, не рекомендую вам. Либо при необходимости. Нога устала, то да, хорошо. Опять же, не в нейтралку, кидайте в паркинг. Старт-стоп – это ужас. Вырезайте эту функцию, отключайте эту функцию. Вы угробите двигатель, в целом машину. Машина заводится один раз, и не надо по дороге, чтобы она 5 раз у тебя заглохло-завелась, то и 6, и 10 раз заглохло-завелась. Также переключать лишний раз коробку грузить.